по названию видео поняли, что мы будем смотреть разные песни Among Us. Не знаю, посмотрит это хотя бы 100 человек. Ну ладно, начинаем. Первая песня называется Lies. Ну, на русском. Смеешься в мне. Я вижу, кто-то и есть. Есть кто-то в Among Us. Это ты, это я. Мы никак не поймем. Ты плохой парень с плохим планом. У тебя под носом. Ты так хочешь, ты как так хочешь. Скажи им просто так. Скрыть правду никак. Пальцем не тыкай в меня, я думаю, это ты. Кто убийца? Это я. Я убийца. Ложь, скажи мне ложь. Кто рассказывал всю ложь? Это ты. Кто убийца? Это я. Я убийца. Ложь, скажи ложь. Звук тревоги. Я нашел еще одного. Призраком таким. Может стать любой из нас. Вперед за стол. Время решить, кто же он в Among Us. Кому не доверять. У нас есть пару подсказок, чтобы план, что найти, что нам терять, всех обвинять. Этот парень явно не доктор. Разберемся с ним, что случилось. Виновник смеется. Но увидим лица их. Да ты. Кто киллер? Это я. Я не убийца. Ложь, скажи мне ложь. Кто рассказывал всю ложь? Это ты. Кто убийца? Это я. Я убийца. Ложь, скажи мне ложь. Кто рассказывал всю ложь? Ложь. Кто рассказывал всю ложь? Всю ложь. Ложь. Кто рассказывал всю ложь? У меня есть чувство. Невыполнимая миссия будет потно, не так ли? Люди хитрые, манипулирующие и даже повод убивать. Обманщики мы злые. Все мы такие, даже невинные. Но я чист. Согласись, глупо, что мне, чтобы мне соснуть. Ты смотри, видишь куски корабля? Они без меня. Ни при чем тут я. Трое нас в тупике мы. Кто же сделал это? Это он или мы? Не верь ты мне, не верь ни ты нам, не верь себе, не верь всем нам, не верь ты им, не верь ты мне, не верь ты. Кто убийца? Это я. Я убийца. Ложь, скажи ложь. Кто рассказывал всю ложь? Это ты. Кто убийца? Это я. Я убийца. Ложь, скажи ложь. Кто рассказывал всю ложь? Ложь. Кто рассказывал всю ложь? Всю ложь. Ложь. Победа. Кто рассказывал всю ложь? И мы переходим к следующей песне. Следующая песня Among Us, не Траут. Among Us песня на русском. The Among Us Rap Battle. Киллер на болту бросает в холод всех нас. Синей в вентиляции, может, ведут там работы. Чек не лезет, Стас, выполни или умри. Как их выполнять? Не могу понять. Где синий опять? Фух, осторожней надо быть. Она видела, как я был в вентиляции. Готов разрешать невинных людей. Зачем им жить? Режу тела, пока же убегу. Потом не найти меня, смерть рядом с... Я видел все в камере. Ты знаешь, я вечно здесь. Меня до фундамента. Не нужен мне кофе, виски. Не монитор, импостер. Осторожней, поймаю тебя в глаза. В небе не скроешься от меня, киллер в душе. Но кто оно, кого мы ищем? Предатель, может быть, любым и он. Убийца тут.
Давайте без игнора. Это война. Это война. Посмотрим на лист. Продолжим, нужен фикс. Свапаем карту с первого раза. Удачно идет пока. Качаю данные. Здание сданное. Бегом назад в кафе. Мозги у нас. Не скажу. На кнопку нажму, чтобы проверить, никто ли не умер. Я просто проверяю вас. Даю киллеру рестарт. У меня микрофон, я говорю. Я боюсь вас, черт. Осталось пара человек. Кто же найдет его? Я умен. Я притворяю, что задание дел. Меня никогда не найдут. Мы за столом, я наркоман. И вину... Всех никто не знает, вред мне. Начнем с подаж. Раз, два, три, это легко. Я киллер в душе. Ну кто он, кого мы ищем? Предатель, может быть, и любым он. Киллер тут, убийца тут. Давайте без игнора. Это война, это война. Эй, кто выключил свет? Я потерял жизнь. Скоро зарежут меня. Слышу их, отпускают нож, напряжение, вентиляция. Я слышал, как грохотала она. Это конец, у меня нет друзей, все товарищи киллеры. Мы должны соперничать с тобой, ты со мной. Они не начнут с нас. Рядом мы, нет убийств. Я зовут Бадис, я всегда использую ее. Если я рядом с тобой, я не стану жертвой. Это ты? Это ты? Это красный, черный, синий? Я был на работе, выполнял задачи, и киллер напал на нас. Не знаю, что делать. Кинуть, пока не убили. Остался только он. Это убийца? Посмотрим. Убийца в душе. Но он не тот, кого... Ну, кто он, кого мы ищем? Постер, может быть, и любым он. Убийца тут. Давайте без игнора. Это война. Это война. Киллер, убийца в душе. Но кто он, кого мы ищем? Осталась одна задача, импостер. Может быть, и любым он. Убийца тут. Убийца тут. Давайте без игнора. Это война. Это война. Поражение. Что ж, переходим к следующей песне. Песня следующая называется Dark Desire. Among Us Song. Я не знаю, как переводить. Можете найти переводчика. Лол. Ой, кто-то кетчуп плохо покушал. Ну да, если танцевать на жабе, тебя вообще никто не заметит, особенно в Among Us. Или в Murder Mystery, в том же самом. Myself, it's my dark desire. I can't help myself.
Ой. Зря они рядом пробежали. Что, они выжили? Ё-моё, переходим к следующей песне, ребят. Я сказал, переходим к следующей песне. А следующая песня называется «I Saw You Went». Тоже английский. Ой, рука в кетчупе, плохо покушал бутерброд. Или бургер. О, ребят, вы сейчас увидите одну картинку. Другую совсем. Ну, следующая песня называется «I Know It's You». Я знаю, это ты. Yellow и Sass, ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту.
Не, дядь, это не я. Что? Это что за фигня? Что ж, переходим к следующей песне. Да, еще две песни будет. Следующая песня называется Show Yourself. Show Yourself. Show Yourself. О, серый. Но нож, смотри. Не дал покухать бургер. Или сэндвич, что это было, не видел полностью. Как ты в игре Вась появился? Сейчас был странный кадр. Что его кости делают в банке? Да, жалко, небось, этому фиолетовому.
поспать не дал. А я чё, цветок не может говорить? Дядя, не надо, дядя. Как тут говорит? Жестко кетчупа налили. SHD5 оказался предателем. Что ж, переходим к следующей песне, которая последняя. Ну, и песня называется Line to me. Пицца вдруг захотелось, там на картинке была пицца и захотелось пиццы. О, грифон типа. Это что за мышь там была? Попрыгачки играют. Это чё ещё за мышь такая огромная. Белый подозрительный. Сейчас. Ничего, вам он гасит такой зал существует. А чё это розовые радуются? О, ничего себе! Блин, ну он же не предатель. Ты чё смог? Стоп, что? Розовый предатель. На моего бабушку миллионера подчиним.
ж, предателя выкинули. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока, пока. Мы с вами увидимся, когда увидимся. Да, все, пока. Всем.